7.30, сьогодні 7 грудня, третій день після вакцинації. Вітерок неплохой. Четвертого вакцинировал, сьогодні 7 число. Так, ну, потихонечку. 11.30 я погнал. Посмотрим. Вчера вроде бы ястреб съел ласточку. Не досчитываюсь я ласточку, залететь она не смогла бы. Голубка неоднократно показывала 3 часа. Но забрался-таки ястреб. Так, ну эти так, не знаю, пойдут, нет, но пытаются подниматься. Часовщика я уже куда загнал. Это часовщик чи не? Не, это, наверное, не часовщик. Погода, ветер западный. Хороший ветерок. С подхвостником это моя. Так. Вот там у нас мысник. Нормально он стал летать относительно. Взял свой этот. Ну что, у него крылья не так стоят, но зато он вылетает, перелетает всех два раза. Всех два раза перелетает. Так, ну вот сейчас 11.35. Я их погнал в 11.30. Так, будем смотреть, кто что. Кто первый выпадает. Претенденты на дачу. Сплошной. Знаю я тебя, ага, ты такой у нас есть. Давай, начинай летать, ну что ж ты. А, не хочешь, не хочешь. На дачу поедешь, на бус. Кто первый выпадает, тот поедет на дачу. Кто тут еще первый выпадает у нас? Лентяй, что ли? Так и смотри, лентяй. Ах ты, барбос, шо ж вы сегодня так... Шо на вас тут сегодня действует такое, а? От скоты. Не хотят летать. Ветер неплохой, но летать что-то не хотят. Желания не вижу. Хорошая погода, все. Желания летать не вижу. Не видать. Еще упадает, сейчас посмотрим. Кто это? 3 на 3 моя с подхвостика. Ну, четверка, пятерка стоит хорошо, вот это буду снимать, кто выпадает, потому что тех поймать не могу. Это бурая выпадает. Боится что-то. Пятерка хорошо стоит, но поймать их не могу. По одному выпадает. Потом, может, когда ниже будет, тогда я, возможно, их возьму. Или вот я пытаюсь, когда вот эту ведешь, можно поймать выше других. Не могу поймать нифига. Вот еще двое. Ага, в общем, так они. Так. Не, ну так быстро. А, хотя, может, порыв ветра был. Может и сверху, но вряд ли, я думаю, что сверху.
наверное, 3 на 2 конопатой. А или 3 на 3 моя. 3 на 3, наверное. Так. Так, еще пара. Сплошной этот красиво машет. Понял. То, наверное, первая садилась в щек, а это другой сплошной. Понял. То, я думаю, кто так садился первый. Этот сплошной чуть крыло подлиннее. То первая у щека была рядышком с ним, кто без головы, наверное, да? Не, по одной. Андрюхин по одной. По одной мой сплошной длиннокрылый. Ага, хорошо, что я разобрался. А то уже думал тебя на дачу вести. Это длиннокрылый. Вообще это было короткокрылый. Ага, понял я. Эта пара еще выпадает. Ну как выпадает? Что-то к ним с горы выпадает третья. Ну-ка, 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 что-то третья. А выше пятерка. Так, так, так. Вот уже трое появилось. Видите, сейчас посмотрим. Это, наверное, с верхних что-то к ним подвыпало. Нет, это, наверное, Андрюхин все-таки. Так, 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 так. Вот это, наверное, 3 на 3. Виктор Николаевич. Ну, пока не видно, ладно. Чуть пониже будет, тогда сниму. Так, это кто? Это моя 3 на 3. Да, вижу. Какой хвостник увижу. Выпадает. По одному выпадает. Посмотрим. Я только буду смотреть, кто это. Андрюхин по одной. Да, Андрюхин по одной. Что-то ты быстро, что-то испугался. На, но его ястреб бил. И он так что-то увидел, сразу падает. С верхних, ну как с верхних. Четверка вообще высокая, тройка. Вот это ж в тройке, я только что тройку снимал. Вот Андрюхин по одной. Его ястреб забирал, так что он в курсе. Как что увидит, сейчас падает. Складывается и выпадает. Уже голубь чуть напуганный. А видите, отстрел, 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 отстрел. Садится, полчасика полетал. Так, что-то ищу. Так, что ж это такое? Не пойму, не пойму. Что это такие? Ё-моё, это сверхник так за это стащил их. Ё-моё, в точках были гулы, бля. И уже здесь. Я по мыснику определил, думаю. Были в точках. Да, это они были в точках. Кременская, моя, мысник и еще кто-то. Четверка была в точках. Был порыв ветра, и они уже здесь. Ё-моё. Вот такая погода. Вот так погода была. Думаю, они на результат пойдут. Были в точках. Смотрю, четверка появилась, пока я там кое-что делал. И они за минуту, ну может за пять, опустились. Высота была бесподобная. Значит, там еще была голубка, я так понимаю, 3 на 3 Виктор Николаевич и Кременская. Зацепились с этими, с основными летчиками. Вот это у меня вот Кременская одна сбоку, это моя. Это 3 на 3 Виноградов Киев.
Так, еще что-то появилось. Так, Игорь Мысник. Без головы еще появился Андрей. О, команда. Все, с каждого хозяйства по одному голубу. Сейчас покажу время. Неплохо они полетали. Но я думаю, что это они были в четверке. Почти были, ну, высота была. Ну, порывистый ветер, зараза, не дает им долго летать. Сколько они тут. Вот слепота. Куда тут голубей смотреть? 40 минут летают. Половина кинул, сейчас 10 минут. Да, к сожалению, такие дела. Быстро они, порывом ветра их стащило. Мысник там был, я думаю. Я там делами занимался. Кременская. Без головы Андрея. Нет, это не 3 на 3, это по одной. А здесь 3 на 3, тут же она была. Не, что 3 на 3, может, я попутал. Это ж я видел 3 на 3. Вот 3 на 3, молодец, голубка, молодец. Винограда Виктор Николаевич, хорошая голубка. Хорошо себя показывает. 40 минут голуби в полете, недолго сегодня, но порывистый ветер их сбил. К сожалению. Что там повыше летает? Одно, наверное, мне. Так, да, недолго, но ничего. Дадим перекурить, потом еще раз погоним. Время мало полетали. Почему-то. Ну, порыв ветра стянул. Видать. Так, еще Витя погнал голубей. Сейчас попробуем их поймать. Да, вот они где-то здесь. Вот они. Но ветер сильный, порывистый. Те еще не сели, мы новую партейку зарядили. Сколько кидал, Витя? Вот. Ветер порывистый, к сожалению, не дает нормально летать оружие. Вроде бы есть, но порывы. Так. Вот как хорошо троечка стоит. О, видите? Отлично. Ну это уже не летчики. Это уже вторая партия. Во второй партии кто там. По одной. Ну не знаю, может вторые полетают. Ну эти 40 минут полетали. Вот они садятся. Это те, которые были первые. Первые. Виктор Николаевич, голубка, без головы. А это Кременская где-то появилась. Мысник, Игорек. Неужели сядешь? Эх. Ну ничего, что поделаешь. Еще потом запульнем. Так, где-то тут троечка неплохо. Вон троечка неплохо выскочили. Но ветер порывистый. Давит. Отпускает, а потом придавливает до самой-самой-самой. До самой-самой-самой. Долго, к сожалению, не летает. Пришла ласточка, я ее похоронил. Слышь, ласточка пришла. Ее вчера не было. Я ее не кидал. Ты не кидал ласточку? Нет, точно не кидал. Пришла. Ее вчера не было. Сплошная пришла. Вот, ты видел какой?
Да, я видел, вот, порванный, да. Сейчас у этой посмотрим. Ну тоже, видишь, крылышки как висят. Завтра ее не трогаем, пусть отдыхает. Это как ее зовут? Ласточка пришла. Молодец. А я ее уже похоронил дома, слава богу. Да не, ну царь. Да. Неплохо, троечка летает. 6. Неплохо, но недолго. Почему-то недолго. Может вот цена действует, может ветер такой, но... Хорошо тройка пошла, да? Смотри он. Да. И та четверка так была, да. Тройка там стоит высоко-высоко. Сейчас попробую его поймать. А, вот. Если вот эта четверка, где-то тут тройка выше этих. Где-то здесь, над ними. Ага. Неплохо, неплохо летают, но, к сожалению, не долго. Тройка отлично стоит, надо потом отметить, что там было. Знаете, так тут. Невысоко, а тройка классно. Ветер поворачивается на северный, и вот тут, наверное, так из-за этого такие полеты. Такие давящие полеты. Вроде бы и летает, но и отрывается, но не надо. Возможно, тройка полетает, эти нет. Да, погода не дает летать, но так, на посадке сниму. Это, наверное, мой 2 на 1. Тут часовщик. Часовщика снять хочу, так. Вот часовщик. Это кто? Моя сплошная какая-то. Какая-то сплошная. Часовщик 2 на 1. И кто-то еще там. Ну там еще тройка повыше. Ну-ка, вот этого я еще не понял, что это. Тоже сплошная. Или это? Или это 2 середки моя не села еще? Да, похоже на 2 середки. 2 середки не села. Я так понял. Вот тут вроде 2 середки есть, да? Наверное, самая правая. Да. Она не села. Вот она только с первых осталась. Первых же я половину кинул. Я еще приближаю, вроде бы она там. Часовщик, смотрите, держится, красавец. Звонил сегодня мне часовщик. Я только нижних голубей, верхних пока снять не могу. Часовщика снимем. Моя голубка. Это сплошная. Часовщичок стал держаться. Батищев Виктор Николаевич, город Сердонец. Дал голубей по совести. Часы тебе сделал, как они идут? Так я ж не знаю, мы же не забрали их. Как не забрали? Как?
Стешек вроде бы забрал. А, я только отдал. Ты отдал. Что ты можешь? А, точно, точно. Я только отдал. Он сказал. Ну сейчас не за часы, сейчас за голубей. Часы то. Угу. Середки полетало около часа. Этих мы позже кидали. О, есть, вот он третий. Да? Все, видать, он смотрит, вон пара. Я одного увидел, да. Да, а вот он. Этого а те пары, он, видишь, на такой темненькой, как бы, темненькой. Ага, вижу темненькой. Вот они в темненькой, сейчас будет на белое аж выходить. Вижу, Витя говорит. Прихватило на глаза. Пару вот голубей. Эта темная херня. Ага, темная тут. Ну я примерно пятно держу. Их держит, говорит, прихватило на глазах прямо пару. Я ничего не вижу, к сожалению. Раскрывало у меня, так я помню, наблюдал, видел, как аж валились оттуда. Главное, чтобы они не с тучей пошли, типа, знаешь, аж. Парой тучкой прикрыло на Северодонецк. Видите, видел я. Еще ястреб под ними прошелся. Да, Коба под них прошел, и они далее чуть-чуть еще рванули. Да, еще выше, чем, да, чем положено. Чем были. Они были так, ну, 500. Чуть. Я не бачу. Пошли, я думаю, что стучи пошли. Уже должно выходить они. Потерял Витя пару. Очень высоко пара пошла под тучей.